Привет, мои подписчики, привет, друзья! Сегодня я иду в это шикарное место, Алтайская Здравница. Друзья мои с автосалона Автохаус подарили мне купон, такой подарочный, на аромасау, сауну и общий массаж. Спасибо вам большое за это. Пойду сейчас попробую. Телефон, видите, на заднем плане. Это у нас Ерыгина 24. Пойдем посмотрим, что там внутри. Ну вот я и внутри, спа-меню. Можете посмотреть сами по ценам, поставить себе на паузу. Я громко говорить не буду, что там люди сейчас отдыхают. Здесь уютно. Вот, смотрите, можно взять себе чаи различные. Здесь влево проходим, сразу переобуваемся в тапочки. Освещение, кстати, к сожалению, такое интимное. Здесь можно оставить свои ценные вещи. Здесь шкаф для верхней одежды, но, к сожалению, плохо все видно. Так, уголок потребителя. Так, ну а здесь все остальное. Это великолепное место, где можно отдохнуть от суеты городской, расслабить мышцы, успокоить свою голову, провести очень хорошо время, получить массу приятных эмоций, физических ощущений. Персонал очень доброжелательный, все очень чисто, красиво, приятные запахи. Не знаю, я ни разу не был на Алтае, но почему-то у меня ассоциация, что именно я чуточку Алтая повидал, и захотелось обязательно съездить на Алтай. Там, говорят, очень здорово, и насладиться уже природой Алтая, его великолепием. Сначала, когда вы приходите, переодеваетесь, можете принять душ. Работы. Затем, допустим, если у меня это было с побочком, 20 минут вы там прогреваетесь. Очень хорошо, кстати, отпустила спину. И после ложитесь на массаж. Вот у меня он был целый час. Ощущения обалденные. Сижу сейчас. Чаек заварился. Витаминизированный. Алтайский. Приятная музыка играет. Всем рекомендую, кто еще здесь не был, посетить, насладиться моментом, выпить прекрасных алтайских травяных чаев, сделать различные массажи, прейскурант я вам фото сейчас сделаю, кому надо, на паузу поставите, посмотрите. В общем, я очень рекомендую всем. Я теперь знаю, что я буду дарить своим друзьям, знакомым, родным, близким. Мне самому, наверное, даже не нужны никакие подарки, а сертификат на массаж с какими-нибудь вкусными ягодками, с медом или с чем-то еще было бы самым лучшим подарком. Всем удачи, наслаждайтесь жизнью, берегите себя, подписываемся на канал, палец вверх и не забываем комментировать, предлагать. Пока-пока.